По сути, по виду пандуса, что видимо, что он делал все очень давно. Вот так мы с Ильей приехали отправить посылочку на 12-е отделение связи по адресу улица Обручева, 1/6. Но, видимо, не судьба. Пандус не работает тут не знаю сколько лет, если работал вообще когда-либо. Альтернативы нет никакой. Лестница в аварийном состоянии. Вариантов попасть на это отделение совершенно никакого. Да, конечно, мы можем поехать в другое отделение связи. Но если нам придет квитанция, Илье придет квитанция на получение чего-то, опять-таки он получить ничего не сможет. Не убирался здесь, наверное, тоже никто уже 100 лет. Ну что, Илья, поехали домой? Поехали. Посылочка нам несут, 2,5 раза.